Хватит жевать. Хочешь? Ну, я тоже целый день худела. Денежки хочешь? Ну, покажу. Руку сюда засунь вначале. Сюда правую, сюда левую. Засунь. Правая, левая. Правая, левая. Вытаскивать нельзя. Че там ты намекаешь на что? Я не поняла. Смотри. Я могу достать их. Не-не-не, доставать нельзя. Пятеру же хочешь? Да. Смотри. Надо поджечь этот коробок спичек. Вернее, спичку поджечь. Любую? Да, любую. Ну, только это ты должна сделать. Никто другой, ничего там абсолютно. Вот, не вытаскивая из этих баллонов. Это что за перчатки руки? Новомодные? Это как да. Я так сделаю? Не знаю, Тань. Я знаю два способа, как это сделать. Я покажу. Один из них. Пиликала. Угу. Ага. Тамада, хороший конкурс, веселый. Как? Ну, допустим. Вот если бы я его открыла, я бы уже 100% подожгла. Я просто открыть сейчас не могу временно. Угу. Ну, допустим, вот так, да? Ой-ой-ой, Ирка, что-то упало у вас. Да. Вот зачем ты сюда поклал? Оно отсюда упало. Хорошо, что выпуклось. Да ты разобьешь-то. Разбивать нельзя. Ладно, я тебе открою. Слушай. О! Да, я тебе открою. Ты бы смогла, да? Вот это нормальная спичка? Отличная спичка. Да. Я тебе открыл. Что, тебе можешь куда-то положить? Ты хочешь наржать? Сама я по себе. Если вот так... Скажите, вы знаете, как это сделать? Да. У меня вообще получилось. Спичка влажная, она в слюне. Я тебе другую достану. Блин, это жесть просто, Тань. Коробочек поставь боком. Вторую сюда откроюсь. Боком поставь коробочек. Тебе что, жалко, что... Да ёлки-палки, другим боком поставь. Ты прикалываешься? Вот так вот, Саша. Ну? Давай, хочешь, я тебе как угодно, мне просто это уже интересно. Давай я вот так вот сделаю. О, давай, 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 давай. Только не разбей. Давай ты. Давай ты. Ой, блин, я до слез. Ой, господи, ты дурно смех, это все знают. Я сказал, что я покажу один из способов. Вот. Таня хотела второй способ показать, но я покажу первый, попроще. Способ попроще. Очень простой, на самом деле. Точно. Я не вытаскиваю. Нет. Очень простой и веселый. Такой прям заманчивый. Когда вы сидите дома, и вам совершенно нечем заняться, займитесь вот этим. Блин, посмотрите, куда он залез. Коротает время. Хорошо, что у тебя трусы хоть не длинные, а то бы еще и сейчас прямо там бы застряло что-то где-то. А? Короче, делайте это в футболке. Коротким рукавом, а лучше совсем вот как у меня маечка. Давай, тыкай, тыкай туда. Да что ты мне, Тань? Ну, короче, коробок этот должен залезть. Да я сейчас его вытащу, заново сделаю. О, вот так вот. Видала? Видала. Вот, этот способ простой, до него можно просто допереть. Конечно. Ребят, напишите в комментариях или снимите лучше видео, показав второй способ. Первый способ, вот я вот сейчас его зажигаю. Вот, действенно, качественно. Зачем, непонятно. Но главное, все рады. Правда же, Хэр? Ой. Чем бы, так сказать, дитя не тешилось, когда кто тебе 40 лет? Найти второй способ. Еще и второй есть. Ребята, у вас такой шанс об этом разбить никто, баллоны ребят, дома, не знает. Устроить пожар, затопить соседей. Дело? Тоня, дай деньги. Тоня, дай деньги. Это мой моральный, извините, ущерб. Убирай. В хате после вот этого всего. Ребят, жду видос с вторым способом. Фу.